на вашем экране. Все по порядку, с самого верха и донизу. Когда-нибудь, но доберемся. Прекрасно. Вы, кстати, очень неплохо. Как его гладить, а? Я их оставлю, конечно же, господи, боже мой. Плотная белая юбка в пол. Самый маленький размер, который я нашла, это британский 4. На лыжах кататься. Так, оставайся. Я просто не помню, она стрёмная или зайчик? Нет, она стрёмная. Вот это. Она все-таки огромная. Да я надену. Еще один пояс, который я точно оставлю, потому что это самые маленькие размеры, и только на Асосе мне подходят пояса по размеру. Тоже пояс, тоже самый маленький. Оставляем точно. Что-то пушистое. Шерстяное платье из шерсти то ли ламы, то ли какой-то, короче, какая-то необычная овца. С вороньими рукавами. Чего? Как сделать комплимент, а возврать человека одновременно? Какая-то необычная овца. А-а-а, альпака. Какая-то с мамой овцы. Это как? Маечка. Сначала она такая теплая. Вернись сюда. Мне нравится. Почему? Серьезно, я в шоке. Ну не знаю, было бы миленько, если бы тебе было 10. Не то чтобы типа оно детское, просто оно какое-то, во-первых, оно непрактичное. Оно из альпаки. Но оно короткое. Вот, потом у него рукава, потом как ты с ними будешь куртку надевать. Неважно, мне нравятся рукава, я обожаю такие рукава. Да я бы даже заказывать его не стала. 4590. Нет, конечно же нет. Почему? Какая нахер альпака? Точно. Какая альпака после вот таких вот шуток? 4. А раньше всего 12. 4590. Нет. Конечно нет. За 4000, за 4500 точно нет. Чайное платье. Зеленое. Оно, Наташа, ну знаешь, оно твои плечи расширяет. У тебя плечи на ширинка. Поэтому не нужно их уширять еще больше. Какая-то беспонтовая совершенно юбочка. Вот. Чайное платье 80-е с молнией посередине. Оно такое морковное. Люблю этот цвет. Я даже не была готова, не разворачивая из-за цвета, сказать, где. Там оно переду на задом молнии. Спереди. Нам даже на ней странно сидеть. Боху. Я не знаю, как это правильно и красиво произнести. Короче, длинное платье в пол с кружавчиками. Оставляем.
парень. Гей парень? Да, ходи и спрашивай людей, на чем лежит ее. Серьезно, 500 рублей? Это такой брат, знаешь, на это нет. Ну такой, знаешь, как нравится моя бумага. Тюлевая юбка миди. Классно. Где мой принц на черной импале? Это пояс ковбойский. Или да. Что это такое? Нагибайся. Стабильно, равномерное. С вами была Лола Ворона, и это одна из моих самых провальных закупок на Асосе. Пишите свои комментарии по поводу всего вот этого вот кошмара, который здесь творился. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте и не забывайте обо мне. Теперь я буду напоминать о себе гораздо чаще.